Меня зовут Мария Семишкур, мне 8 лет. Я расскажу стихотворение «Чулочки». Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже, и смятением эсэсовец объят, рука сама собой волнением, вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, смятением смутно произнес. Овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулью твоей, ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума сознанием отравленным зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки, чулочки дядя тоже снять.